Обладательницы вьющихся волос привлекают к себе внимание окружающих. Озорные кудряшки смотрятся нежно и романтично, делают женский облик элегантным и респектабельным. Но кудрявые волосы, как правило, более тонкие и ломкие, легко путаются и трудно расчесываются, и поэтому так важно подобрать для них правильную стрижку. Стрижка боб подразумевает создание множества слоев, помогая кудрявым волосам лечь в правильную, хорошо оформленную стрижку. Слои открывают текстуру волоса, а благодаря простриженным кончикам завиток ложится плавно и красиво. Но стоит отметить, что эта стрижка не подходит для плотных волос, так как локоны под своей тяжестью будут укладываться треугольником, расширяясь в нижней части. Каре на кудрявые волосы отлично подойдет девушкам, мечтающим укротить непослушные локоны. Да, на прямых волосах контуры этой прически более очерчены и ярко выражены, но и на кудрях она смотрится элегантно и стильно при правильных уходе и укладке. Также придется гораздо меньше возиться с феном и утюжком, ведь преимущество натуральных кудряшек в том, что нет необходимости тщательно выпрямлять и выравнивать кончики. Для кудрявых волос каскад – настоящее спасение, не теряя основную длину волос, можно получить прическу с аккуратными объемными локонами. С помощью каскадной техники каждый завиток становится короче, легче, а значит более четким и упругим, не пытается распрямиться от тяжести собственного веса. Каскад на кудрявых волосах подчеркнет женственность образа и сделает его максимально динамичным и живым. И если у вас от природы кудрявые волосы, которые вам уже поднадоели, не спешите их выпрямлять. Попробуйте эти стрижки, с которыми можно создавать бесконечное количество интересных и красивых образов.